Яндекс News. Добрый день, это программа «Разворот». Меня зовут Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копейн. Гости сегодняшнего «Разворота» – менеджер по проектам и мероприятиям общества Wings of Wheels, которое объединяет людей с ограниченными возможностями, Санта Сурвила. Добрый день, Санта. Добрый день. Да, телефоны прямого эфира, нам, кстати, можно позвонить 672-12-939, 672-13-939 или написать в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Давайте, наверное, о вашем обществе для начала поговорим. Wings of Wheels, насколько я понимаю, ему 12 лет в этом году, да, исполняется с 2007-го, оно работает. Да. Расскажите, чем занимается вот это общество в первую очередь? Ну, мы занимаемся для, как сказать, для служения людям. Это изначально как в составе входит там международная христианская организация молодежь с миссией. В данный момент относится к молодежь с миссией Латвии. И это в составе молодежь с миссией, это единственное такое служение в мире. И с 2018 года ноября мы как самостоятельное общество. Вот, и это получилось, ну, само эти активности и лагеря с 2007 года, но само общество как бы уже образовалось еще два года раньше, когда было как по призыву Бога, это получилось, что наш, это, который директор общества сейчас, Каспар Сапинис в 2005 году такой получил как призыв от Бога, что он как служить для людей, вот именно что с ограниченными возможностями, и чуть раньше и тоже его жена такой же призыв получила, и они вот начали это. Призыв в каком смысле? Они в какой-то момент пришли к этому, вы имеете в виду? Да, ну это как такое было у них, ну как зов к этому. И они организовали, вот были первыми, кто решил. А и вот это вот объединение Youth with a Mission, как-то молодежь с миссией, это международная, да, организация, получается? Да. Они с 60-х годов вообще прошлого века, и вы присоединились к ним, получается, да? Да. Ага. И, насколько я понимаю, довольно большую роль, ну, церковь сыграла, да, большую роль, получается? Угу. А каким образом, вот как эта связь была? Церкви и, ну, общество, которое представляет интересы людей с ограниченными возможностями? Это получается, как сказать, люди с ограниченными возможностями, они бывают очень живут такое, ну, больше в своих домах, квартирах, и у них нет возможности даже и выйти на улицу иногда, и они очень такие, как заброшенные, как сказать, да, покинутые иногда бывают людьми. Это такое, как служение, чтобы людей призывать выходить из домов и познакомить тем, как их видит Бог, чтобы они были воодушевлены этим и осознали больше, что они значат тоже, что, ну, каждый человек, что он ценность, да, несмотря на то, что как другой раз общество видит, что это люди там с инвалидностью или с какими-то ограничениями, по видению Бога люди все равны, и он не разбирает, что здоровый человек или какими-то вызовами, лучше сказать, чем с проблемами, да, как. И нас и лагеря потом называют вызов, потому что бывает для человека с инвалидностью часто, что некоторые активности для него тоже как вызов каждый день, можно сказать. А лагеря вы устраиваете это летом, да? У вас летние лагеря. Да, летом. Вот недавно закончился, да, так я понимаю, как раз. А как, где это происходит и что происходит во время этих лагерей? Это происходит, да, лагеря каждый год, одну неделю. И в данный момент, последние года у нас происходит спары. Амац Новац, там приспособленная школа-интернат, спарс-интернат, памат-школа, и там есть доступность среды, и там люди могут оставаться, ночевать тоже целую неделю и жить там на месте. Раньше у нас было Райскомс, там побольше было, это тоже приспособленная школа, там было самое большое количество людей в лагере, почти 90 человек. Ну, в данный момент у нас, ну, около 50, в этом году 46 человек было. Да, и в общем уже 12 лагерей, и если также вернуться к изначальным этом годам, когда это началось, да, это самый первый лагерь, это в 2007 году было в Ропаже, ну, там было неприспособленное это помещение, и тем более было, еще наступил холод, и там только... Летом, да, похолодало? Да, летом такое холодное было, и там было только
14 человек, и это был двухдневный лагерь и ночевание на одну ночь. Но несмотря на то, что были такие разные вызовы, то время люди были очень довольны. И это было как самое начало для того уже, чтобы думать, чтобы побольше уже людей призывать и приглашать. И сейчас уже, да, 12-й год. А чтобы поучаствовать в этом лагере, человек должен... То есть, во-первых, любой может подать... Ну, человек с ограниченными возможностями может подать заявку. Каким образом это происходит? Да, он может подать заявку. Это для взрослых людей. И да, это по каким-то ограничениям в движениях. Он не обязательно, что он должен быть там в кресле инвалидном передвигаться. Есть люди разные у нас, которые тоже... и ходят с трудом или какие-то другие ограничения по движениям, ну, там могут участвовать, и тогда вот именно вот в большинстве вот с молодежью, с миссией, которые добровольцы, волонтеры, они как, каждому как ассистент тогда получается по необходимости, что ему надо помочь, и тогда уже они вместе и участвуют. Какой-то человек как ассистент, он в тот момент, как для этого человека, может быть, его руки или ноги, и чтобы участвовать в активностях. Угу. А да. Правильно я понимаю, вот когда я знакомился вот с историей вашего общества Wings of Wheels, там приведена, в принципе, история, как после независимости строилась вот эта вот, ну, помощь, проекты помощи и какие-то правозащитные даже организации людей с ограниченными возможностями. Большую роль сыграла, во-первых, церковь, как мы уже говорили. А с другой стороны, эмигранты очень многие, кто вернулся в Латвию, насколько я понял, они очень много этим занимались. Или это не так? Эмигранты? Ну, я имею в виду эмигранты, те, кто вернулся, то есть латвийцы, которые уезжали и возвращались. Нет, такое... Нельзя так сказать. То есть это были люди, которые здесь жили, они, ну, в 90-е, имею в виду, годы. Да, они уже жили здесь, и... Там, если, ну, говорить про молодежь с миссией, да, там бывает, там люди приезжают, там служение происходит, по несколько лет живут, например, в Латвии и уезжают. Там есть такое, да, ну, нельзя сказать, что это как иммигранты, это просто люди, потому что эти во всем Латвии, да, по всей Латвии и той же мире, везде эти, как сказать, эти, ну, организации, их отрасли, да, как... в разных городах и мира, и они просто временами происходят, что меняют местонахождение и по несколько лет живут в других странах. Угу. А в принципе в Латвии есть, ну, и другие организации, которые представляют вот, там, помощь и права людей с ограниченными возможностями. Есть Апейронс, да, объединение, да. Угу. Есть Сустенто. Вот да. Вы как-то, вы находитесь, вы единым фронтом работаете, или у вас поделены ваши, ну, ваша активность, скажем так? Как это происходит? Нет, они не поделены, мы сотрудничаем. И тоже бывает, что люди, например, если они знают какого-то человека, да, который, например, могут участвовать в наших активностях, они тоже рассказывают им, и мы знакомимся и тоже сотрудничаем. Если какие мероприятия где происходят, если другая организация организовывает, мы тоже участвуем, и также и других приглашаем, и открыты, да. А этих организаций, вам кажется, вот их достаточно или могли бы шириться этот список, как вам кажется? Нет, я есть думаю... какие-то непокрытые, то есть еще зоны, скажем так, которые... Нет, организаций много, и я думаю, каждая в своей, как сказать, такой, ну, занятости, тем они больше всего занимаются, и это как раз хорошо, тогда можно, опять же, идет обмен опыта, и мы видим... Например, если Апперонс больше насчет среды, доступности среды делает, и это очень хорошо. Я думаю, достаточно организации. Ну, хотя всегда же может опять же появиться, ну, да, какая-то организация, и это тоже хорошо. Ну вот если брать все 12 лет, вы ведь все 12 лет, да, в Wings of Wheels, получается? Нет, я 5 лет. А, вы 5 лет. Да. Ну, если брать 5 хорошо лет тогда, не 12, а можно сказать, что за эти 5 лет вот заметен прогресс в доступности среды той же, в других каких-то моментах, касающихся людей с ограниченными возможностями, вы видите этот прогресс? Да, прогресс все время происходит, и все улучшается по доступности среды, потому что... И сейчас, как мы вступили в Евросоюз, да, эти строительные нормативы предусматривают, что в всех зданиях должна быть доступность среды. И
Единственное, что иногда бывает, что около магазинов или общественных помещений тоже есть это, так рампы устанавливаются, но они бывают очень крутые для человека, да, там очень важно, чтобы они соответствовали. Ну, это позитивная тенденция, и общественный транспорт, вот если еще пару лет назад даже было, что не во всех можно было человека, например, на коляске попасть, то в данный момент можно сказать, что буквально во всех можно есть эти платформы. И в больших помещениях также это универсальный дизайн, это уже все уже изначально предусматривается, чтобы все могли попасть, люди, и пользоваться теми, что там есть, всем оборудованием. Оно уже делается там и для людей с инвалидностью, например, и для мам с детьми, и для сеньоров, и для людей с разными инвалидностями. Так что и по улицам тоже, на улицах, если были эти бордюры, раньше были много, и постепенно делались такие, ну, склоны. Плавные. Да, да, плавный переход. Сейчас тоже почти везде он уже есть. Иногда только единственное, что смущает, что эти строители оставляют такие маленькие. Кажется, что там сантиметр, да, но... Для, например, колеса. Да, для пешком человек идет, он, может, вообще не замечает, а для колеса, например, для коляски инвалида или для также мам, которые с детьми гуляют, они этот сантиметр сразу, например, как катится ровно, и сразу такое, как... Ну, так подпрыгиваешь. А вот вы сказали, рампы, да. Приходится иногда слышать про то, что у нас эти рампы, они действительно крутые, и просто, ну, иногда даже они бесполезные, просто потому что невозможно. Это вот из-за чего это происходит? Это разве нет какого-то стандарта, там, градуса наклона и так далее? Это просто есть. Происходит потому, что так делают строители просто? Эти есть определенные градусы, да, сколько она должна быть, чтобы была она и удобна, и не угрожала человеку. Ну, да. Да, его здоровью, но, может быть, не всегда есть возможность, если там какое-то старое здание, да, они просто поставить, чтобы там было, потому что это предусмотрено и так должно быть, но, в принципе, ну, это немного такое, в основном же везде, можно сказать, есть хорошие, это такие единственные примеры, есть, бывает, что и в магазинах они устанавливаются, если внутри магазина лестница, бывает, что там рампа, а где рампа кончается, наверху там, например, полочка может стоять. Ну да. Мне даже такие, я иногда их фотографирую, мне очень нравится. Но я правильно понимаю, что у нас по закону муниципальные государственные учреждения должны быть, я не знаю, как вот именно точно формулировка это, но они должны быть доступны вот для всех, в том числе для людей с ограниченными возможностями, но насколько это в реальности отвечает? Потому что недавно, например, был, ну, может быть, не скандал, но была тема того, что вот в Огре Латвийская почта, может быть, вы читали тоже, там едва ли доступно, чтобы туда забраться. У нас, я так понимаю, почтовое отделение в районе Тейки тоже не очень доступно. Насколько это в реальности, ну, вот этот бывает, закон соблюдается? Да, что, бывает, что и нет везде этой доступности, но по закону полагается, но, как всегда, не все его соблюдают. Ну, про такие, да, надо сообщать сразу, если есть такие, ну, недоступные, да, среды. Надо тоже сообщать и обращаться к людям, если они такое видят в их самоуправлении, и про это рассказывать тоже. Так как, ну, иногда просто другие так и не узнают, но надо обращаться и говорить. И также про улицы, например, есть возможность, что если человек, например, с инвалидностью, где он живет в своем районе, и у него, например, такие большие бордюры около дома, тогда он может тоже обращаться в этом Рига Сатиксме, писать. И это все решается? Угу. То есть это можно решить, да? Но я так понимаю, что вы с самоуправлением более чем напрямую сотрудничаете, вы состоите в консультативном, как называется, консультативный совет, да, при Рижской думе. Да. А вы, как раз я видел, недавно вы обсуждали доступность центрального рынка. Да. Вот. С центральным рынком тоже, я так понимаю, все не просто. Там не просто, да. Это была моя изначальная презентация про это. Еще в марте, когда состоялось это заседание в Рижской думе, потому что мы, да, фотографировали там и снимали клип, насколько этот, эти, как сказать, эти продуктовые... Павильоны. Да, павильоны, их нет, витрины настолько высокие, что так трудно представить, ничего не когда видно. Человек, например, сидит
коляске, да, например, смотрит вверх, снизу вверх, и там эта продавщица где-то там очень высоко, и они тем более стоят, знаете, такие специально с другой стороны, такие как деревянные не рампы, но такие очень неудобные для них, тоненькие, и они там стараются тоже достаться этого покупателя. Был такой случай, тогда приглашались представители центрального рынка и собирались сделать переоборудование, и в данный момент тоже там как раз в этом заседании предыдущие рассказывали, что и сделали такие там полочки ниже, потому что высота должна быть 80 сантиметров для витрины, и там будут обслуживаться люди с инвалидностью, специальными значками. Как бы, да, это решение есть, но, опять же, там это люди, которые в очереди стоят там, и могут быть разные, опять же, ну, нюансы по возмущаться, что почему же там продавец, он вдруг там должен идти, целый кус, как сказать, расстояние до того человека, тех бросают, и, ну, как-то это все не... Неорганизовано. Неорганизовано. Но... Сейчас небольшой перерыв, короткая пауза, и через пару минут мы вернемся. Микс Ньюс. На Болткоме разворот. Продолжаем разворот. И еще раз напомню, у нас в гостях сегодня менеджер по проектам и мероприятиям общества Wings for Wheels, которое объединяет людей с ограниченными возможностями, Санта Сурвила. Мы закончили на центральном рынке, вот сейчас консультативный совет в Рижской думе, и вы в том числе обсуждали эту проблему. К чему, на чем обсуждение закончилось в итоге? Есть возможность как-то все-таки центральный рынок, например, оборудовать так, чтобы он был доступен? Ну, теперь, да, представители центрального рынка рассказывали, что следующий будет ремонт и восстановление происходить в рыбном павильоне. Там будут два этажа с лифтом, где будет тоже возможность всем подняться, значит, также людям с инвалидностью на второй этаж. И насчет витрин, они сказали, будут тоже думать. Но там не было очень понятно, или они же изначально будут опять же ставить высокие витрины и местами эти пониженные на 80 сантиметров, да, или сначала уже сделают такие по уже ниже. Но там такой момент, что я подумала, что там люди, которые снимают это помещение, они платят за каждый квадратный метр. И если так посмотреть, если витрина высокая, они могут все больше товаров поставить в определенной этой квадратной площади. Им не нужно шире эту площадь, они могут эти продукты ну, высоко вверх выставлять. Ну, да. Да. Это как бы даже удобно с такой стороны, да, если по расценкам они там смотрят. Я не знаю, как они считают, но такое пришло тоже в голову, может быть, даже. Хотя там не очень даже все это видно, и да, какие-то... А какие еще объекты, вот, если про Ригу говорить, такие ну, стратегические, важные, что ли, которые, как вам кажется, нуждаются в изменениях. Но центральный рынок – это определенно это такой узел, который объединяет всех людей, понятно. А какие еще места вот, можно назвать проблемными? Такие из центральных больших помещений. Больших нет таких проблем. Там, в принципе, есть обустраивание нормальное. Вот в старом городе, вот там проблема другая, ну, что там брусчатка. И там и покрытие, да, это брусчатка, очень большие кирпичи. Я и была в других странах, и иногда, когда рассказывают, ой, у нас там брусчатка, я всегда говорю, ну, ваша брусчатка по сравнению с Рижской, это очень, ну, нормально и доступно, потому что мы здесь все-таки передвигаемся, и самостоятельно это было бы трудно, если один человек на коляске и руками должен. Но все это почти невозможно. Там у нас такая брусчатка очень тяжелая. Очень, да, они эти камни как-то они выступают и от земли высоко. И в одном заседании тоже в Рижской думе мы про это говорили и предлагали всех этих участников, да, чтобы представителю думы, чтобы тоже подумать о приспособлении улиц, например, в старом городе, потому что в других городах тоже есть, например, такая ситуация, что сохранена эта брусчатка, но по краям идет такие, как дорожка, поставлена тоже, специальная, которая плоская, да, из таких специальных плоских камней или даже асфальт, что там можно пройти. Можно на колясках, если так с детьми,
или люди на колясках там могут передвигаться. И если пешком люди ходят, им это не мешает, эта брусчатка, они могут специально там идти. И была такая задумка, чтобы, ну, начать с какой-то улицы Кальти, например, что какой-то кусочек, но там проблема в том, как нам объяснили, что там под землей эти старые коммуникации, и если начинать менять покрытие улиц, тогда и надо сразу менять это, все это оборудование, да, которое под землей, и это очень, опять же, сложно. И так пока не пришли к такому решению. Решению. Но, в принципе, да. Рижская дума в этом смысле идет навстречу, то есть не только на словах, но и на деле, вы можете да, сказать. Да, это консультативное наше общество очень такие значимые вопросы мы все время рассматриваем, и чтобы действительно обратить на это внимание и постепенно идти на решение, да. Угу. Но вы, я так понимаю, еще и занимаетесь в том числе вопросами, как бы это сказать, освещения этой темы в медиапространстве, правильно я понимаю, в СМИ? Да. То есть то, каким образом это преподносится. В этом смысле тоже есть у нас определенные недостатки, как вам кажется? Про то, как информация приходит да, к людям? Да, например. Ну, бывает, да, что если именно про людей с инвалидностью говорить, что бывает, что рассказывают про них как про супергероев, что вот там, ну, бывают такие, например, там пишут прикованные коляски или там, ну, такие разные... То есть драматизма. Да, да, с таким драматизмом, и несмотря на то, что он так вот, он школу закончил, да, и как-то очень, ну, обращается внимание именно на это техническое средство, чем человек передвигается. Но я думаю, это не так важно. Главное, что он просто участвует в обществе и делает то, что он делает, просто так, как он может это. Иначе просто он не может передвигаться. Да, это средство просто для него, чтобы быть в этом всем обществе и делиться тем, что он может и что он умеет или обучается, или работает. То есть вы имеете в виду, что не нужно акцентировать внимание, да. Но в то же время, а как так, таким образом людей просвещать и сообщать о там, ну, каких-то неудобствах и дискомфорте, если не акцентировать, нет, это получается? Да, нет, тогда акцентировать саму проблему, например, среды, не человека, когда про него рассказывают, что обращают внимание, что он на коляске, да, или ну как-то так, ни про какого другого человека же не говорят, что он пришел он сюда на двух ногах, да, ну как бы, ну так. Просто надо позитивные примеры рассказывать и про это, ну, коляску все равно трудно спрятать, и люди, ну, они увидят, да, что ну, тот человек, например, в коляске передвигается, но не надо это акцентировать очень отдельно, эту коляску, потому что бывает, что люди, ну, только и видят коляску, и потом только смотрят, что кто-то там сидит в ней, да, и у нас, я думаю, с этим еще такие есть проблемы, может быть, потому что как постсоветское государство, и тут, как раньше не было вообще, считалось, нет у нас таких людей, и какой-то, я думаю, отпечаток все время на этом еще до сих пор остается. Ну, вот в этом смысле, кстати, ВАДА же, по-моему, была эта дискуссия, когда центр, социальный центр, вот, собственно, помогающий людям с ограниченными возможностями, хотели открыть в центре города, и была дискуссия, вот, должен ли этот центр быть там где-то с краю, и многие считают, что таким образом это тоже какое-то вот этих людей, то есть как-то из города самого как-то огораживают куда-то. Другие были мнения, что в центре шумно, и людям, которые у них повышенная вот эта вот, может быть, чувствительность там к шуму, к чему-то, им неудобно. Как вам кажется в этом смысле? Потому что символически было бы с этой точки зрения в центре это правильно, потому что, ну, равноценные абсолютно участники там общественной жизни. Насколько это было бы удобно? Я думаю, что люди с инвалидностью должны быть также именно в центре вместе со всеми людьми, и никоим образом они не должны быть где-то с краю. И также другие люди, которые не имеют инвалидности, они встречаются с теми людьми, и они имеют возможность тоже их больше видеть, с ними говорить и понять, что они действительно такие же люди, просто у них есть какие-то, может быть, проблемы по здоровью. Но также эти проблемы могут быть и у людей, которые, например, не передвигаются в коляске, потому что у них бывают
какое-то заболевание также может быть тяжелое, что не опорно-двигательное. И не видно, да, просто опорно-двигательное, это, ну, не скрыть, да, это видно. Люди сразу видят, да, что у этого человека есть проблемы. Если думать, что человек, да, который, например, с проблемами по этим вестибулярным аппаратам, да, который реагирует на шум или как-то вот, ну, очень чувствительный, это правда, но я не думаю, например, что город Адаж, там настолько такой метрополь, что там прям такое движение, что люди там очень уже пострадают от этого. Да, может быть, это немножко есть отношение, что как принято этих людей, может быть, с инвалидностью где-нибудь там подальше. Но это неправильно. Так же, как и школы бывают, что если делают специальные школы, людей как-то отстраняют. Но как-то наоборот, я считаю, что надо людей с инвалидностью также из детства уже внедрять эти общие развивающие школы, чтобы они были среди детей, потому что дети в самом-то деле принимают такого человека нормально, что он в коляске, наоборот, да, и дети учатся больше помогать и как-то понимать другого человека, который отличается, может быть, чем-то от него, но это не значит, что он каким-то образом он хуже или он не понимает, просто у него эти свои такие нюансы. А насколько, вот если говорить об образовании, например, сейчас, ну и Ригу, опять же, брать, в регионе, наверное, в регионах это, наверное, сложнее, но доступно образование, например, на равных, если мы говорим? Ну, в самом деле, да, как бы она считается доступна на равных, но есть проблемы в том, что школы не оборудованы тем, чтобы можно было человек с коляской передвигаться, например, там попасть на все этажи, потому что до сих пор, и как они были, ну, построили их раньше, да, они стоят также с этими лестницами, и нету доступности, и человек как бы хочет своего ребенка на коляске, например, который передвигается тоже в эту школу, записать, чтобы он мог учиться. Эта школа, например, близко находится к их месту проживания, и было бы удобно, но люди могут не попасть в эту школу из-за доступности среды, и приходится ребенка везти в другой регион, например, в Риге, и там учиться, что, опять же, требует затрат и времени, и также материально, и для человека самого, что почему он не может идти в школу, которая рядом с домом, как обычно. Это, вот, если нет специальной какой-то школы, где он хочет именно учиться. Тот же общественный транспорт в этом смысле с годами становится более доступным. У нас вот низкопольный появляется. Хотя у вас, я, насколько я понимаю, вот в Юрмале были тогда, да, проблемы с муниципальной полицией, когда вы не могли оформить этот проездной талон или там проездной билет. Как вам кажется в этом смысле? Нет, общественный транспорт в Риге очень доступный сейчас уже. Можно сказать даже, что на 100% последние именно года были еще некоторые маршруты, где были недоступные, которые старые в образца были с лестницами. Автобусы были и троллейбусы также. Но сейчас вы в Кенгарак заехали, абсолютно комфортно, да, было? Да, абсолютно. Потому что сейчас есть некоторые эти электрические рампы у самых новых моделей, которые постарше, у них откидная такая рампа, и тоже можно попасть, да. И только, ну да, с поездами до сих пор, вот там такие сложности, 172 часа, и надо высчитывать поминутно, где выходить, во сколько, и тоже не во всех станциях можно это сделать. На Юрмальской линии, по-моему, тут строят эти высокие перроны, да, которые... Перрон там есть, да, например, в этом Дубулте. Да. Но он... Почему-то он построен не столько высоко, сколько он должен быть. Если бы он был чуть выше, человек, например, если он сделает такой склон, например, с краю, он может на коляске туда заехать вверх, и был бы пол к полу, как обычно в других городах тоже есть. И поезда, и трамваи сделаны, что он, ну, тык-тык идет этот, да, пол этот транспорта, и уже, ну, как сказать, этот асфальтированный, да. И можно сразу попасть, и нету никаких проблем. Но у нас этот перрон сделан где-то до половины этой огромной лестницы, которая, чтобы добраться в поезд. Да, и поэтому надо, опять же, специальные там эти, ну, чтобы, ну,
приспособление, с которым попасть в поезд. Но если чуть выше его сделать, не было бы никаких проблем. Вот это как-то, ну, непонятно. Ну, это как с этими рампами, которые слишком крутые, примерно. Да, просто да, недоработали. Да, недоработали. Если уже делать такое, делать еще чуть выше. Или даже можно делать не весь перрон очень высокий. Например, можно сделать, как и в других странах делают, что оборудовать, например, первый вагон, да, что можно было к первому вагону, например, сделать этот подъем такой выше, да, и человек сразу попал бы в этот вагон, и не было бы никаких проблем. Uh-huh. Кажется как-то, что иногда эти проблемы как-то создаются, ну, не сказать, что специально какая-то недоработка происходит, что не додумать до конца, и чтобы сделать уже, чтобы потом не надо было опять же там придумывать все заново. По поводу других стран, кстати, насколько я понимаю, вот если мы говорим об инфраструктуре и прочем, мы не нужно здесь там придумывать, изобретать велосипед, это все заимствуется из других стран, где уже это все развито, правильно я понимаю? Да. Ну, то есть, а если брать наших соседей, например, там, ну, вот мы на эстонцев всегда сравниваем, вам известно, как у них с этим дела обстоят? Да, мы недавно тоже были в Таллине, и там... Так могу сказать, что там лучше, да, даже лучше у них. У них, например, трамваи, можно сказать, везде эти есть тоже, что высокие этот, ну, как сказать. Ну, высокий, да, этот подъем. Да, на высокий подъем можно зайти в транспорт. Но старый город у них брусчатка тоже очень жесткая. Старый город очень у них тоже брусчатка, но она все равно лучше, чем в Риге. Да, там она не настолько. Как-то есть, мы гуляли тоже по старому городу, даже собирались там, на это там, которая гора высокая. Да, но тоже доступный случай. Угу. Санта, наденьте наушники, нам звонят, у нас есть звонок, выслушаем вот эти вот. Да. Да. Сейчас выслушаем радиослушателя. Добрый день. Добрый день. Да, добрый день. Слушаем, но никто ничего не говорит. Алло, вы да, меня слышите? Да, теперь слышим, да, пожалуйста. Они, железнодорожники, сказали, что этот перрон сделан под новые вагоны, которые еще не купили. То есть они заранее сделали. Поэтому вот и получилась вот такая разноголосица. Невозможно с колясками. И с детскими колясками тоже проблема. Спасибо. Спасибо, да. Ну вот так вот, видите, ждем новые вагоны, тогда, возможно, будет лучше. Для лучшего будущего, да. Да. А с прошлого года в Латвии действует закон о социальном предпринимательстве. Сейчас это достаточно, ну, как кажется, популяризируется эта история. Было открыто кафе, я видел, что вы в нем уже были. РБ-кафе называется. Да. Как вам кажется, вообще как вам это кафе, как вам эта идея и насколько вот успешно это все внедряется у нас в стране? Да, как приняли этот закон по социальному предпринимательству, это действительно есть хорошая возможность для людей с инвалидностью тоже больше внедряться в трудовой рынок. И если говорить конкретно об этом кафе, я сказала, что это очень хорошая идея, и там также работают вместе, если человек с инвалидностью и здоровые люди, и они есть возможность учиться друг от друга, и также как ментор получается, что он также, например, этот специалист, который, ну, здоровый человек, может обучивать его, и также он посоветовать какие-то, ну, как сказать... Ну, какие-то советы дать, да, иметь в виду. Да, по работе и так далее, и это уютное место, там очень вкусные пирожные и вкусные кофе или, и там хочется возвращаться снова и снова, да. Такая очень хорошая идея. Ну, в принципе, насколько работодатели, если не это такой специальный проект, но, как свидетельствуют опросы, я так понимаю, что у нас работодатели все-таки еще не совсем готовы и созрели к тому, чтобы, например, принимать там людей с какими-то возможностями ограниченными. Как, ну, вам кажется? Да, я думаю, что это правда, потому что работодатели до сих пор сталкиваются с некоторыми вызовами в этом смысле. Во-первых, они, если принимают человека с инвалидностью на работу, они должны сами по своим средствам оборудовать для него место работы и также благоустройство, да, другие, которые необходимы человеку.
Это затраты. Да, это лишние затраты. И если бы, например, насчет государственных средств, это бы предусматривалось, если есть работодатель, который отзывается и хочет принять человека с инвалидностью на работу, и государство бы способствовало и покрывало бы эти затраты, которые, например, потому что одно это место работы, например, где можно подобрать стол и кресло, да, это еще полпроблемы, это, конечно, не требует настолько больших затрат, чем, например, если надо переоборудовать комнату благоустройства, да, что это уже затраты. И бывали даже случаи, мне, как люди с инвалидностью рассказывали, они идут на работу, например, устраиваться, и там есть доступность среды, они попадают в здание, попадают на это место, где они могли бы работать, но сталкиваются с тем, что нету приспособленных комнат и благоустройств. Да, из-за этого они могут, например, устроиться на работу. И также этот часто упомянутый пункт 109 по закону труда, да, где до сих пор, например, если происходит сокращение штатов, что человека с инвалидностью не могут уволить, например, если его услуги больше нет необходимости, он не может быть уволен, и это тоже, думаю, работодатель это не стремится из-за этого пункта тоже принять человека с инвалидностью на работу, так как если человек с инвалидностью просто он может этим воспользоваться, что он настолько защищен, потому что получается как бы такое двухсторонний, это такой случай, что с одной стороны человек с инвалидностью, как бы он ровный с другими в обществе, но с другой стороны слишком получается защищенность. Но в этом вопросе нету равных мыслей и между негосударственными организациями тоже, потому что некоторые считают, что надо отменить этот пункт, а некоторые все-таки думают, что надо его оставить. Ну вот ваша, можно сказать, коллега Гунта Анча, она предлагала ввести квоты вообще в государственных и муниципальных предприятиях на работников с ограниченными возможностями. А как вам кажется, эта идея удачна? Или все-таки, вот, если брать кнут или пряник в виде того, что людей как-то поощрять и какие-то им бонусы и льготы предоставлять, если они идут на это? Если они принимают человека на работу, который с инвалидностью, ну, да, вы имели в виду? Я думаю, что надо быть для этого работодателя какие-то поощрения и квоты, может быть, даже такая, что он покрывает, например, государству эту часть налога, который платит работодатель за человека, хотя бы частично, например, чтобы ему было меньше затрат, если он принял этого человека на работу, и это будет ему тогда выгоднее, потому что, ну, это бизнес, как бы, есть с одной стороны любовь, и мотивация. Да, к человеку, да, но должно быть и какое-то тоже поощрение, я считаю, да, чтобы они были более заинтересованы. А вы в прошлом году баллотировались даже в Сейм, на выборах Сейма участвовали? Да. Вот, расстроили? Ну, вы в итоге не были избраны, да, я так понимаю? Ну, к сожалению, не был избран. Расстроились? Да. Ну да, немножко расстроился, но результат был неплохой, если так сказать, просто было очень мало доступных мест, чтобы попасть. Да, а что вот вообще нас подвигло? Ну, понятно, что это какое-то желание что-то изменить, но вот интересно, как вы решили, и когда вы выбирали партию, вы от Единства, я так понимаю, баллотировались, да. У вас был какой-то выбор между вами стоял, или у вас уже были знакомые, может быть, в этой партии? Как вы выбрали? Ну, мне пригласили, да. А, вас пригласили. Знакомые люди в эту партию, и я почитала и поинтересовалась про явно венуты, ибо я увидела, что это, да, это очень современные взгляды у них, и они очень открыты также по вопросам для людей с ограниченными возможностями, что я также во время кампании предложила некоторые свои идеи по этому вопросу, и тоже очень они отзывчивые, готовы к сотрудничеству, и одна из этих идей тоже была насчет того, чтобы предусматривать в рижском самоуправлении, в рабочих местах, ну, которые относятся к рижскому самоуправлению, да. Да, как сказать, государственные эти организации, чтобы они предусматривали тоже места для, ну, для работы с людьми с инвалидностью.
И также и многих из них уже есть такие места, где люди работают. Но в целом, как вам кажется, Сейм, вот, ну, например, этого созыва достаточно внимания уделяет, и прогресс какой-то виден в этой, по этой теме? Ну, прогресс как бы происходит, да, но там очень надо тоже сотрудничать в этом вопросе с людьми, ну, именно с негосударственными организациями, чтобы все эти вопросы уточнять, да, как это видят люди с своей стороны, потому что министерства и разные государственные организации, они не всегда эти проблемы знают, и как это видит человек с инвалидностью с своей стороны, который с этим живет и этим всем потом вопросом пользуется. Uh-huh. Ну вот последний вопрос, может быть, я задам тогда. У нас, вот вы сказали, что не нужно представлять людей с инвалидностью как супергероев, но есть у нас, например, такие люди, которые во многом, ну, они стали популярны, они большие достижения показали, в частности, например, Диана Дадзе, это паралимпийка, да, или Марек Одуминч, художник из Бауски, или Саша Ронис, который и волейболист, и актер, они все были гостями нашей студии тоже, мы со всеми с ними дружим. Вот как вам кажется, такие вот герои, они популяризируют, ну, в широком смысле этот вопрос, поднимают его как на какой-то другой уровень? Вот как вам кажется? Они все молодцы, которые вы назвали, да, тоже, также и другие, ну, люди. Ну, многие другие, конечно. Конечно, они показывают, я думаю, это для здорового человека очень вдохновляет то, как он видит, что человек, у которого даже есть какие трудности, что он с этим справляется, и он также не унывает и старается делать и открыть все новые свои таланты. Так же, как и Бог по нам говорит, что у каждого человека есть свой талант, который во время жизни надо открыть. Спасибо большое, Санта. Менеджер и по проектам и мероприятиям общества Wings for Wheels Санта Сурвила была у нас сегодня в гостях. Спасибо вам большое. Да, спасибо Всего вам. Доброго, до свидания. Всего доброго.